Коля, ты нас куда привез? Чего, на речку? Ты говорил, на мост какой-то нас привезёшь. Вот я тебе говорил, на мостик. Мостик? Да. Ты говорил, на мост, на какой? Всем сегодня? Привет. Сегодня мы идем на рыбалку. Да, мы сегодня решили съездить на рыбалку. И вот такая удочка. Сегодня хорошая погода, у меня сегодня выходной. Я взял такую блесенку. Да, папа, такая. Шмель! Это не шмель, это оса. Ну смотри, аккуратнее сейчас ужалит. Я боюсь шмелей. Я тоже боюсь. Шмелей. Сегодня не надо бояться никаких шмелей, мы идем копать шмелей. Да как? А можно попробовать? Можешь попробовать. Я не люблю червяков. Но они прикольные. Потом руки не забудь помыть. Какие червячки? Я не боюсь. Ёлка, накопали чуть-чуть червячков. Чуть-чуть, ага. Нам много не надо. Ну, давай я полежу, давай я. Пицы в рыбалке, чуть-чуть порыбачим. Просто проведем время, отдохнем. Мама молочко пьет, ходит. Кефир. Поздоровайся хоть. Всем привет. Но. Да у меня, наверное, усы от кефира. Ну и что, что у тебя не только усы от кефира. У тебя и так усики не подходят. Понятно. Ну все, собираемся. Что одеть-то? Не знаю, что одеть. Так и едь. Кофту одень и все, и поехали. На рыбалку. Не знаю, что на рыбалку одеть. Правильно, трусы, майку и фуфайку, и поехали. Ева, ты с этой удочкой поедешь, что ли? На нее ничего не клюнет. Ну, правда, давай я тебе привяжу к ней, и все. Зачем я тебе покупал удочку? А? Нет. А чего? Ну все, мы упаковались полностью, собрали удочки, ведерки, пакетики. Ну все, в путь. Погода у нас сегодня плюс... А что так холодно? Дома было плюс 20 в тени, сейчас плюс 19. О! Икра с ума сошел, фу! Фу-фу! Рыбачки. Да, я помню, ты не любила икру, я вот так. Особенно эту, кабачковую, да? Да, да, кстати, а сейчас точно прям это в кассу, да? Времена пришли, едим только кабачковую икру. Вот, если ваши, когда я... Кстати, в Финляндии продается кабачковая икра? В Финляндии, кстати, не продается кабачковая икра. Ну, слава богу, я ее ем. В Финляндии много чего не продается, что продается в России. Мы почти у цели. Съехали на лесную дорогу уже. А цель у нас икра кабачковая. Сейчас по лесной дороге вот едем чуть-чуть, а потом вообще на лесную съедем. Сейчас по лесной, а потом вообще лесная. Ну, это как бы, да, лесная. Там грунтовая, да, наверное? Нет, это где-то асфальтировано. Вот сейчас поворачиваем налево здесь. Если тут получится у нас сейчас порыбачить. Сейчас подъезжаем к речке. И как говорится, когда первый раз приходишь на речку или куда-то к озеру, надо сразу надо будет закинуть спиннинг. Вдруг будет щучка. И сейчас мы сразу же попробуем закинуть спиннинг. А что, мы приехали уже? Вот она, да, речка. Зашибись. Сейчас мы выйдем, попробуем кинуть спиннинг сразу, пока мы по мосту не проехали. А потом? Коля, ты нас куда привез? Чего, на речку? Ты говорил, на мост какой-то нас привезешь. Вот я тебе говорил, на мостик. Мостик? Ты да. Говорил, на мост, на как... Ты куда нас привез, какую-то глухомань? Ты че? Я привез туда, где рыба есть. Тихо, сейчас тихонечко выходим и кидаем спиннинг. Коля, это что, шутка такая? Это прикол такой? Рассказывала нам дома сказок. Поехали на рыбалку, на мост, на красивое место. В общем, я, как всегда, поверила. Ой, сорвалась! Ну, да, есть тут рыба, можно выловить. Коль, ты можешь без это? Ух ты, мы вышли из бухты. Это что? Что это? Нормальный, да, такой? Это нормальный, да, опыт? Да, наверное. Верно? Вот это вообще мы молодцы.
он не маленький. Да? Давай ведро. Давай тогда нам тоже удочки. Я один буду. Угу. Ева, прикинь, Оля, смотри, смотри, первую рыбу поймала. Ева, это первая твоя рыба, блин, молодец вообще. Иди подойди, камеру покажем. Евина первая рыба в жизни вообще, вот она поймала сама. Ева, молодец. Не, сразу же не уколет. Ура! Ева, вообще, давай пятюню мне. Молодец, вот, ты сама поймала. А мама вон что поймала, как всегда. Молодец, вот, Ева. За елку зацепилась. Ай, Ева, вообще молодец, я рад за тебя. Я думал, не сможешь поймать. Ты поймала. Молодец, солнышко. Молодец, у меня рыбачка вообще такая. Вся прям в это. Папа все. Папа такой. Блин, Ева, да ты у меня вообще рыбак, блин, а? Второй его в рыбу! Что за прикол? Просто ловить надо, блин, относиться к рыбке. Ева, блин, ты вообще кадр, а? Как так можно, а? Мне нужно попробовать искать. Мама у нас рыбешку поймала, правда, она находится у нас вон. Вон, стоит, говори громче, рыбку поймала. Ну все. Молодец, молодец, все. Икру выдави сразу же себе в карман. Да, пускай, это очень маленький. Только выключил камеру, включит дело, он стоит. Еще с рыбой. О, подожди. Блин, у меня тоже клюнуло. Что-то, смотри. О! Вот она. Да. Ева, папа тоже поймал. Побольше. Вот она как ловится. Сперва у Евы удочка зацепилась. И оборвали. Теперь у Коли. Ну я тебе говорю, ты нас какое-то болото привез. Все, да. Удочку сломал? Ну. Коль, там она кусок отлетела удочки. Я в курсе. А зачем ты так сильно дернул? Я не хотел так сильно дергать. Коль, зачем ты так дернул? Я не хотел дергать сильно, я не знал, что вот рыбу... Я видела, как ты не хотел, ты рыба прям дернул рыба, сильно. Крупная бы это, клюнула бы и все. Ну, ладно, пойдем за нами перекус, ребят. Я уже на спине. А что ты будешь кушать? Одну удочку. Кому-нибудь кто-нибудь возьмет себе. Я не знаю, но... Вот она наша рыбка. Поймали мы столько рыбок. Отпустим? Ну... 6-7 высоты. Так она уже какая-то дохлая. Да ничего кажется. Она не дохлая, она в воде. Нормально? Да. Вон эти уже кверху брюхом. Оля, кажется. Блин, давай проверим. Я тебе говорю, что это нормально все. Вот которая маленькая, она еще плавает. Которая да вокруг... они все плавают. Да? Ну. Короче, решили мы все-таки рыбу отпустить. Ева, ну никто ее солить не будет. Да давай засолим. Кто ее будет солить? Ты почистишь? Я не буду ее чистить. Так только же эти вытащить. Себе. Ничего не буду делать. Я не люблю. Только кишки же с ней. Сама надо кишки надо вытаскивать, нет. Я не буду вытаскивать. Ты вытащишь, а я посолю. Я не буду ничего делать с ней. Я не буду. Я не буду. А что ты нас вообще на рыбалку привел? Просто половить рыбу и отпустить. Я всегда так езжу на рыбалку. Так, сейчас... Едем домой, а там посмотрим, что там. Ну расскажи, кого ты сегодня поймала, что за рыбу-то? Окунь. Как? Как? Это было. Выпусти, а рыбу и все. Ты не выпустила две, вы рыбешки. А вы вообще больше, чем я. На, а вы больше, чем я выпустили. Не буду держать. Я две, мама, почти. Это вообще много.
дому осталось пару километров. Решили заехать перекусить в местную кафешку. Сейчас покажем, покажу кафешку. Вот мои уже сидят, ждут еды, себе килограммчик. Чего заказали? Рыбы сегодня не будет, морковкой не наелись. Да. Что мы заказали? Пудреница. Гамбургеры. Вкусняшка, как давно я этого не ела. Пипец, а где мой? Твой, а твоего нет. Я же заказал. А, вот, да. Невкусная кафе. А вы каннабургер. Все фукаем. Фукаем сейчас. А почему не часто это кушаем? Очень редко. Раз в неделю. Да? А сколько? Какой раз в неделю? Ну, два. А, еще чаще, реже. Каждый мананталь. Да, каждый мананталь, каждый понедельник. Каждый понедельник. Да не, мы примерно один раз в месяц. Кушали, ну, один-два. В кафешке покушали и вот. На улице продают клубнику, чернику и черешню. И мы купили. А еще да. Там какая лук. Черника покажет. Еще там лук был и что-то еще. Да, там всякое было. Прикольно, да? Такая. Вот такая черника. Это просто пипец. Я вот возьми черничку и подставь в глазу ее. Вот на, но возьми. Только не кушай. Да, поставь глазу ее, просто какой размер это покажем. Вообще, вот это черника, блин. Да, прежде чем купить, мы попробовали ее. Очень вкусная. Все, это сколько вот это стоило? 3 евро? 3,50, по-моему. 3 евро, вот это 3,50. 3 евро. Я пошла нарывать ромашку. 180 рублей. Да, вот это 180 рублей. Я пошла нарывать ромашку. Не надо ее, эти ромашки. И черешня вот такая вот уже. Надеюсь, черешню мы не пробовали. Ну, да, тоже вкусно. Каким размером? А давайте... Ну все, все, показал. Я подожду черешню. Черешня большая, да. Все. Все, пойдемте, садимся. Смотрите, смотрите. Давай, уходи, я помою. Да, едем до дому. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Мы уже говорили. С нами будет вкусно. Подписывайся уже на фильм My Day. Пока-пока.